не отрекусь, Петр клялся на вечере, но с грустью на него смотрел Христос. И наступило утро отречения, и полились потоки жгучих слез. Не высыхали влажные ресницы, не поднимались на друзей глаза. О, бедный Петр, как могло случиться, что ты, не знаю, о Христе сказал? Как будто кто толкнул тебя к падению, и ты не устоял против греха. Каким ужасным было то мгновение, когда ты слышал пение петуха. Не доставало сил тебе молиться, ты безутешно плакал у костра. Ты плакал, Петр, у каменной гробницы, и для души твоей мир черным стал. Ты плакал, ты остался без надежды, что грех простится твой когда-нибудь. Но вот в гробу пустом лежат одежды. Как ты бежал, чтобы на них взглянуть? Ты убедился, что отвален камень, что нет того, кто был там погребен. Коснулся ты дрожащими руками оставшихся от мертвого пелен. И загорелась слабой искрой вера. Ты был с учениками в поздний час, когда Иисус через плотно запертые двери вошел к вам в дом и стал посреди вас. Ни призрак и ни дух, живой Сын Божий, могла ли удержать Иисуса смерть? О нет, не верить было невозможно, но как в глаза воскресшему смотреть? Когда в душе, как рано след той ночи, ты отречения слов не мог забыть. Учитель жив, но разве он захочет отрекшегося грешника простить? И снова ты ушел на лодке в море, но видел Иисус твою печаль. Он знал, в чьем сердце поселилось горе, когда на берегу тебя встречал. Глаза в глаза, знакомый мягкий голос. «Ты любишь ли меня?» — спросил Христос. «Сильней других!» — и раскаяние полон. «Люблю, Господь!» — ты тихо произнес. Три раза тот вопрос тебе раздался. Не верит, этой мыслью огорчен. Ты вспомнил, Петр, что трижды ты отрекся. И понял, Иисусом грех прощен. Не упрекнул Христос Петра немало, ученика по-прежнему любя, и новой жизнью в сердце застучало. Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя. О, друг, и мы с Тобою не однажды могли грехом похожим согрешить, и как Петру нам было очень страшно. Захочет ли Иисус наш грех простить? И мы на лодке в море уплывали, но видел Иисус нашу печаль. Он не простит, наши уста шептали, а Иисус нас ждал на берегу. По-прежнему Он угощал нас хлебом, по-прежнему любя, на сходе дня воскресший Иисус под чистым небом нас спрашивал, ты любишь ли меня? И с наших душ снимал Он преступления, даруя нам прощение и любовь. И повторялось чудо воскресения, мы в благодати оживали вновь. О, если и сегодня в море кто-то, и чьи-то плечи тяжкий груз несут, не плачьте безутешно, словно Петр, плывите к берегу, там ждет Иисус. Аминь.